Бывший директор компании НЦСМ «Новотест» Сергей Коденев, фигурант самого громкого новгородского дела об обманутых дольщиках, вышел на свободу. Областной суд удовлетворил его апелляцию, статья была изменена, а срок заключения уменьшен. Назначенные новым решением 4 года 10 месяцев, Коденев уже отсидел в СИЗО. Ровно год назад приговором Новгородского районного суда Сергей Коденев был осужден за мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Он был приговорен к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Своей вины подсудимый не признал, а его адвокаты подали апелляционную жалобу. Рассмотрев все обстоятельства и приняв во внимание доводы протестующих, суд принял решение о переквалификации обвинения в сторону более мягкой статьи. Поскольку часть 3 статьи 159 прим. 4 Уголовного кодекса является преступлением средней тяжести, срок давности привлечения, по которой к уголовной ответственности составляет 6 лет, с учетом того, что Коденев совершил преступление в период с 2006 по 2009 год, он был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Статья, на которую ссылается судья, мошенничество в сфере предпринимательства, была введена в Уголовный кодекс в 2012 году и уже в 2014 признана неконституционной и отменена. Однако этот двухлетний период ее существования позволил суду сослаться на нее при замене приговора. Тем не менее, вину за мошенничество с Коденева никто не снимал, а пострадавшие дольщики по-прежнему имеют право подать иски о взыскании похищенных сумм. Новому решению подсудимый, разумеется, обрадовался, но его адвокаты сообщили, что будут добиваться признания полной невиновности. Прокуратура также собирается обжаловать решение апелляционного суда.